Доброе утро. На улице минус 2. Стекла все замерзли. Выехал пораньше, потому что надо будет машину прогреть. Я не могу привыкнуть здесь, в Германии, так это постоянного ремонта. То есть сначала одну сторону сделали, делают вторую. Вторую закончили сторону, потом делают дальше. Они постоянно что-то ремонтируют. Как бы это надо, но постоянно здесь происходят аварии или пробки на этих стройках. Такие дороги немцы платят налоги. Они знают, за что платить. Хороший асфальт, 3 полосы. Я приехал, здесь фирма логистика имела заехать внутрь. Ну, очень как обычно, все очень просто и совсем непонятно, как они будут разгружать внутри. Вот эта маленькая бомбочка будет возить и разгружать. Сегодня у меня выгрузка на заводе по производству картона. Здесь они делают его, хранят, грузят и отправляют на машину. Приехал водитель из Румынии, говорит по-немецки чуть-чуть и по-румынски. Будни водителя, вот он приехал, ему загрузиться надо. Это он все сам грузит. Процесс пошел. Наконец-то я выгрузил весь бетон. Посмотрел, как фабрика работает. Но я бы не хотел здесь работать. От звонка до звонка стоять без станка. Я приехал, встал я в пробку, потому что там движения практически нет. Будем стоять, ждать. Все-таки я люблю немецкие дороги. Или ты едешь быстро, или стоишь долго.